Итак, всем привет, с вами Иисус Freedom. и сегодня я продолжу играть в игру Mountain Blade. Заходим на мое сохранение. Те, кто не знает, что происходило до этой серии, посмотрите прошлое. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Итак, я уже забыл, сколько у нас денег. У нас 43 динара. Вот я пока что лох. И 6 чучков у нас, 6 в отряде. Один готов к повышению. Вот, у него появился арбалет, какая-то фигня. Ладно, пошлите в РГН. РГН. Я сейчас в Хердийском ханстве нахожусь. Наберем добровольцев, 4 человека. Как раз 40 динаров. Так, а сколько у нас еды? Еды у нас достаточно, как вы видите. Кстати, тут еще еда портится, так что Ты хотел продать оружие. я хотел продать оружие, да? Да. Говори громче, это тебе говорят, слышно. Так, почти Не просто таверну. буду напоминать. Ой, нет, не таверну, а отправиться на рыночную площадь. Оружие. Оружие. И доспехи еще надо продать. Да, доспех я продам, я перешиваю рубящий 31. Это нам заплатят 9 динаров, это мало. Торговец с доспехами. Ты по стримам какой-нибудь круче твоей? Купить ты имеешь в виду? Нет, Нет, я не тебя смотрел, они не смотрел. круче. Да, я же одела самую крутую, которая у меня была. И у нас 10 человек. Он Имущество. караван, караван идет. Караван, да. Стопанем караван и кое-что нужно. Проход уплатой. 15 динаров. Уже 15 динаров. Ладно, давайте идите с миром. Так, у нас ухудшилось королевство свадьбы, ухудшилось отношение с минус 2 до минус 3. Так, потом, если не, вряд ли, потом лучше на те земли будет не ехать. Нападаем. Это кто? Это стоп. Это степные бандиты. Уже появились степные бандиты, зареспавнились. Так. Поездим по окрестностям Чагатая. Да, я боюсь, ну, попасть в такие бандиты. И если у меня будет вообще капец отношения со свадьей, это будет очень плохо. Знаешь почему? Нападу. Да, они просто, их крутые войска будут нападать на меня. Мне это не надо пока что. Сейчас мне нужно Это ты остаться. можешь убить. Подожди, Их нет. 12 у вас здесь. Да, но у меня обычные ополченцы. Я найму и, пожалуй, поставлю лагерь и продолжу путь уже днем, потому что я ночью медленнее двигаюсь, а бандиты быстро. Так, моему отряду никто не хочет присоединиться. Поставлю лагерь. Так, какие тут можно? Некоторых пленников в свой отряд, выбрать книгу для чтения. Кстати, тут можно прекратить жизнь искателя приключений, но я только начал, не буду этого делать. Подождем некоторое время. Вот, мы ждем. Все, день. Пошли. Я думаю, на напасть на напасть. Пошлите до Халхи. Как ты меня назвал-то в прошлой серии? О, ну лучше, кстати, можно забыть. Вот Они воры. бегут от нас, мы их догоним и наживемся немножко на них. Кошелек или... Кстати, грабитель выглядит как я. Кошелек или жизнь, приятель? Никаких резких движений. Прилежи Прилежно на зверь. месте. Я тебя не боюсь. Сразись со мной, если смелости хватит. Так. Накинемся на врага. Я, пожалуй, буду убивать с луком сейчас. Вон, 4 на лошади. Нет, 6. А, да, у хердитов же они все с лошадьми. С лошадьми. Это, кстати, плюс, мы быстрее двигаемся. И не тормозим. Две победы ты уже одержал. Да, два раза я выиграл, но я и Давай проигрывал. укрепим. Так, я мажу. На лошади я не так метко стреляю. И они сейчас забьют, если я им не помогу. Опа, опа, опа. Так, одного убил. Убью этого, пожалуй. Так. Это, наверное, да, это их командир. О, я получил второй уровень.
Так. Так, не попал. Попал. Я его хочу убить. Так, все, я убил. Вот еще один остался. Нет, не твои попал. Войска, ну. Нет, это... не отступать. Мне даже никто не добежал. Клавишу Tab. Потерь у нас нету. Мы можем взять плен, но нет, я не могу, у меня не хватает. О, у меня плюс 27. Можно продать что? Плюс 27, да. 12 к 14. У меня 10. Возьму эти. Продам. 22 к защите тела 10. Я возьму это. Цена покупки 12, цена покупки 57. Вот, я уже так нормально развился. Где-то и был еще один. Персонаж. У меня уровень. Нет, у меня уровень. Характеристика. Прокачаю я, пожалуй, интеллект. И мне дадут еще одно очко навыков. Два. Прокачаю мощный выстрел, мощный удар, лук и одноручное оружие. Так, готово. Отряд. У нас готовы к повышению чучки. Индийский пеший воин. Да, двух можно повысить. Кстати, за повышение у нас снимают деньги. И у них еще есть недельная плата. Да. Куда нам идти? А, мы ходили в Халху. Нет, мне надо подзаработать денег. Вот. Ну, нет, не на лошадях, я не хочу их атаковать, потому что они могут напасть на нас и победить. Брать добровольцев, два человека. Сколько у нас, кстати? 76 динаров, мы в нормальном состоянии. Пойдем на них. Вот. А, они сами пришли. Так, мы будем сражаться с вами до конца. Их 6, у вас 12. Да, нас в 2 раза больше. Поехали. Пешие воины, да? Вот на лошадях. А у меня... Щитом. Да, щитом. Это так он стрелок. Да. Что это был за звук? Я не попал ни в кого. Так, слезать, думаю, с лошадей не надо, да? Выстрел в голову, я попал в голову, это... В лошадь. Думаешь, лошадь? Лошадь получает 10 очков повреждений. Наверное, в голову, в лошадь же попал. Так, я почему-то косой. Так, слезу, пожалуй. Когда они сами к тебе прибегут. Когда я пеший, мне проще. Ой, сори, я случайно нажал не туда. И это будет последний бой, и закончим на этом серию. Так, не попал. Я далеко достреляю, я знаю. Это я в своего, да, попал? Так. Это еще я не могу понять. Выстрелю он туда. Попал. Так. Сори, извините. Так. Итак, мы их выиграли. И этап. Нет, почему? Так. Все, у нас один убитый, один ранен. Это плохо. Никого в плен брать не будем. Лук 20к, 15к. Вот, я возьму этот продам. Рубящий удар 18. Нет, мне не надо, но я схожу его. Доспех кочевника. 24 к защите тела. 21. Надену. Все остальное возьму. И на этом я, пожалуй, закончу серию. И закончу серию. И всем пока. С вами был Иисус и Freedom. Да, всем до скорого.